Всем привет! Сегодня с вами Марина Ломака, и мы будем печь кексы на сгущенном молоке. Что для этого понадобится? Баночка сгущенного молока 380 граммов, чайная ложка разрыхлителя, 100 граммов сливочного масла, я его порезала на кусочки и поставила при комнатной температуре, оно стало чтоб мягким. 2 яйца, муки 200 граммов и добавочки. Шоколадные капли я взяла и кокосовые кранчи. Приступим к приготовлению. Яйца перекладываем в мисочку и взбиваем миксером. Добавляю сливочное масло. И взбиваю снова миксером. Теперь добавляю сгущенное молоко. Снова взбиваю миксером. Добавляю разрыхлитель. И добавляю муку. Муку заранее просеянную. Перемешиваю все лопаткой. Вот такая масса получается. Масса у нас уже готова. Добавляю шоколадные капли. Это на ваше усмотрение. Вы можете добавить просто резанный шоколад или не добавлять никакой добавки вовсе. В силиконовые формочки выкладываем массу. Заполняя при этом половинку формы. У меня получается примерно 2 столовые ложки, потому что вот я беру одну с большой горкой и добавляю еще немножко. Но у меня формочки сами глубокие. А вторая часть, оставшаяся, у меня пойдет в другую форму. Так как у меня форма керамическая, я ее не смазываю. Если у вас форма металлическая, лучше, конечно, смазать, чтобы тесто не прилипло. Я сверху посыпала кокосовыми кранчами. Можно ничем не сыпать, это тоже на ваше усмотрение. Отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов. Печем до сухой лучинки. Приношу свои извинения, издержки видео. Я просто забыла включить видеокамеру. Покажу, какие они получаются внутри на разрезе. Вот такие мягкие, воздушные, пористые, очень ароматные. Я их посыпала сахарной пудрой, но это опять-таки все по желанию. И сейчас я принесу, покажу второй кекс. Второй кекс тоже готов. Достаю его из формы, он еще горячий, но я его разрежу, покажу. Очень мягкий. Вот такой кексик внутри, также он пористый, все один к одному с маленькими кексиками. Этот кекс тоже по желанию можно также посыпать сахарной пудрой. Это все только на ваше усмотрение. Приятного вам чаепития. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Спасибо, что смотрите мои видео. Здоровья вам и вашим близким.